Итак, я представляю вам линейку автомобильных видеорегистраторов «Зеркал». Встречайте! Представлено три модели, а именно Каркам Z4, Каркам Z5 и Каркам Z7. Все устройства имеют одинаковый внешний вид, однако имеют отличия по характеристикам и комплектации, поэтому давайте коротко о каждом из них. Итак, модель Каркам Z4. Запись ведется в разрешении HD 1280 на 720 пикселей. Угол обзора стеклянного 4-линзового объектива составляет 140 градусов. Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ. Встроенный аккумулятор 550 мАч. Экран 4,3 дюйма. Модель Каркам Z5. Точно такие же характеристики, как и в модели Z4. Однако присутствует поддержка дополнительной камеры, которая идет в комплекте. Миниатюрная камера крепится на заднее стекло или над номером вашего автомобиля и выполняет сразу две функции. Первая – это безопасная парковка, и вторая – видеофиксация происходящего позади вашего автомобиля. Ну и последняя модель – Каркам Z7. Запись ведется в разрешении Full HD 1920 на 1080 пикселей. Шестилинзовый объектив с углом обзора 150 градусов. Поддержка карт памяти до 128 ГБ. Встроенный аккумулятор 550 мАч. Экран 4,3 дюйма. Также видеорегистратор оснащен GPS-модулем, который встроен в провод питания. Это позволяет устройству закреплять на видео штамп координат автомобиля. Также благодаря этому вы сможете отслеживать путь вашего следования при просмотре видео на компьютере. А теперь давайте посмотрим, как же устанавливается видеорегистратор на ваше штатное зеркало заднего вида. В комплект входят два эластичных крепления, которые позволяют установить видеорегистратор практически в любом автомобиле. Надеваем крепление на видеорегистратор. Прижимаем его к штатному зеркалу и закрепляем второй конец крепления. Вот и все, осталось только подключить питание и можно ехать. Стоит отметить, что у всех устройств из линейки Z присутствует возможность регулировки угла наклона объектива, чтобы вы смогли более тщательно настроить обзор видеорегистратора. Взгляните, например, записи с регистратора Каркам Z7. Видеорегистратор зеркала от Каркам – это отличный способ внести дополнительный функционал в ваше штатное зеркало и при этом не загромождать ваше лобовое стекло дополнительными гаджетами и проводами. М-видео. Нам не все равно.